Твери юность снова встала в глухой пробке. Минувшим летом микрорайон уже сталкивался с проблемой затрудненного движения. На протяжении нескольких недель на улице Паши Савельевой рабочие Тверь-водоканала вели ремонтные работы. Едва успели стереться с асфальта желтые линии временной разметки, как тракторы и экскаваторы вновь появились на том же самом участке. По какой причине возобновился ремонт, выясняла наша съемочная группа. Минувшим летом на протяжении нескольких недель автомобильный транспорт вынужден был делить одну полосу движения на два направления. Тогда Тверь-водоканал затеял ремонт труб, который затянулся и создавал неудобства и жителям микрорайона «Юность», и автомобилистам, и пешеходам. И вот ситуация повторилась. Улицу Паши Савельевой вновь перекрыли. Несколько дней назад здесь появился провал в асфальте. Сегодня здесь приехала техника водоканала и начались работы. Едва исчезли ограждения и стерлась временная желтая разметка, как под колесами автомобилей начал проваливаться асфальт. Место провала немедленно обнесли желтым забором, а утром 24 сентября начались аварийные работы. Привезли трубы, трактор и экскаватор ломают недавно сделанный асфальт. Уже второй раз уже перекрывают. Вот. Ну что, как-то делать надо, что-то им делают, они будут там копать, наверное, какие-то трубы закладывать. Ну неудобно, потому что это пробка получается более длинная. Проезд затруднен. Под запретом для проезда оказалась большая часть улицы Паши Савельевой. Это сделано для удобства самих же автомобилистов. Объезд возможен только по полосе встречного движения, а доступные заезды для нее только у светофора на перекрестке с улицей Хромова и на развороте у дома номер 52. Часто дорога перекрыта. Мы просто сюда в поликлинику ездим. Ну, мы хотели там на автобус сесть, и пришлось сюда пешком идти целую остановку. Неудобство. Конечно, все лето вот так вот, такие пробки и движения. Что они делают, не знаю. Сделали, закопали опять по новой. Что они хоть копают? Вот сейчас там опять что-то случилось. Непонятно что. То ли не доделали, то ли новый дефект образовался. Вот там опять что-то вылезло. Кто прокатил, я не могу сказать. Но, во всяком случае, это неприятно, потому что вечная пробка. Мы поинтересовались у Тверь-водоканала, по каким причинам на Паше Савельевой опять появились экскаваторы и тракторы. Специалисты организации пояснили, что в зоне канализационного коллектора появился провал асфальта. На место выехали специалисты, провели диагностику, выявили, что имеется проблема на трубопроводе и немедленно приступили к их ликвидации. По предварительной информации, работы должны завершиться до 8 октября.